reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my... На протяжении всей недели только разговоров было, что об этом матче, и неудивительно, что сегодня заполнен будет стадион полностью. Оставайтесь с нами и смотрите в прямом эфире «Рома против Ювентуса». Здравствуйте! Мы с вами на стадио Олимпико в Риме. Бурлит стадион. Надеюсь, за ним будет слышно меня и моего коллегу Константина Генича. Мы с Георгием Черданцевым постараемся все-таки перекричать эту сумасшедшую толпу. Действительно, матч еще не начался, а стадион уже просто кипит. Рома играет с Ювентусом. Это матч итальянских топ-клубов, и это будет интересная игра. Сегодня, Георгий, мы посмотрим, кто возьмет верх. Авторитет и силы Ювентуса или напор и рвение Ромы. В любом случае, игра будет что надо. Перед нами состав Ромы. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот, в атакующую. Пол команды обыграл! Ничего себе! Антони Марсиаль. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Кундер. Сегодняшние гости показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. Да, нападающий. Удар! Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ювентус вышел вперед, игра возобновляется. Стивен Зонзи. Пеллегрини. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Пауло Дибал. И пробил! Дибала! Гол должен быть! Дибала, хорош! Гол! Очень-очень быстро они забивают второй мяч. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Стивен Зонзи. Манолас. Пеллегрини. Крамарич. Стивен Зонзи. Нужен навес. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пауло Дибал. Криштиану Роналду. Пеллегрини. Дукуре. Мяч у соперника. Тут просто подарили мяч сопернику. Натаниэль Клайн. Пеллегрини. Стефан Эль-Шаарави. Крамарич. Так, здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Мяч летит в центр штрафной. Сейф, но атака продолжается. Роналду ошибся. Антони Марсиаль. Дибала. Дибала, хорош! Гол! Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Пока на поле только одна команда, счет на
табло это очень точно отражает. Стефан Эль-Шаарави. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Роналду. Удар. Ювентус. Гол. Это его второй гол в матче. И это дубль. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Дукуре. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Вот этот... Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всяко. Пижонский пас, но точно. Удар! Потащил один удар, но может быть и второй. Думаю, каждый из полевых игроков должен подойти и сказать спасибо своему вратарю за такую игру. Он свою команду сегодня выручил. Навес в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Кундер. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ювентус атакует через фланг, и там свободная зона. Натаниэль Клайн. Навес в штрафную. Удар. Точно. Тренер Рома проводит замену. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Де Росси. Стивен Зонзи. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Лоренцо Инсини. Мертенс. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Спасает вратарь команду. Сыграл просто невероятно сейчас голкипер. Подали мяч с углового в центр штрафной. Ударище! Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами. И дистанции для него не проблема. Барса была активна сегодня на трансферном рынке, насколько я знаю. Ну и что-то у них получилось. Ты знаешь об этом что-нибудь? Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Мертенс. Рис Мертенс увидел вариант для передачи, но ее перехватили. Подача! Чей мяч будет? Ужасное исполнение, вратарь с мячом. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Забирает мяч Галки. Кому? Кому ты его отдал? Атака остановлена, но кто получит мяч? Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Похоже, эта атака закончилась.
закончено. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Дрис Мертенс. Инсинье. Долго держит мяч команда, но пора как... Роналду! Опасно! И что это? Гол! Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию, и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Неплохой заброс вперед. Много еще играть, 10 минут. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Мяч перехвачен, плохо сыграно. Можно атаковать. Антони Марсиаль. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Накрыли его, и может быть очень опасно. Аут в пользу футболистов Ромы. Как же здорово он играет в пас. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего... Как он работает с мячом, всех обыграл. Штанга! Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Лоренцо Инсинье. Мертенс. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Это мимо. Основное время истекает через одну минуту. Матч окончен.